Основной темой семинара стали вопросы обеспечения устойчивой городской мобильности в Бресте. Сам термин «устойчивая мобильность» подразумевает возможность свободного и комфортного передвижения людей. А значит, городская транспортная система должна не только сохранить и усилить свою безопасность и эффективность, но также стать более зеленой и доступной для жителей и гостей города. Самое главное, что цель же транспорта и мобильности, она заключается не в самом по себе, а в том, чтобы у человека была возможность попасть на работу вовремя, на занятия, в институт или в школу, чтобы человек мог посетить те объекты или получить те услуги, которые надо. То есть обеспечить доступность. Зачем этот проект в Республике Беларусь? Дело в том, что в Республике Беларусь, согласно государственного кадастра выбросов в атмосферу загрязняющих веществ, мы примерно в 3 раза больше выбрасываем на единицу валового внутреннего продукта, чем страны Европы в среднем. И этот разрыв, наша задача каким-то образом все-таки уменьшить. Суть проекта «Сакем» еще и в повышении эффективности атмосферного воздуха и радиационного мониторинга. Улучшить условия и качество жизни – задача номер один. В городе Бресте на долю автотранспорта приходится 80% выбросов в окружающую среду. Как видно, это большая цифра, поэтому нам надо задумываться по уменьшению данной цифры. На сессии городского совета была принята концепция развития велосипедного движения в городе Бресте. Это та концепция, которая была еще 3 года разработана назад нашим учреждением совместно с люблинскими, львовскими экспертами и с Минского велосообщества в том числе. И сейчас мы видим большую необходимость именно по внедрению этой концепции, потому что одно дело документ рамочный, а другое дело его реализация. И на данный момент мы считаем, что именно сотрудничество с группой мобильности, сотрудничество с проектом Симбио-Сити даст тот толчок по развитию, по внедрению именно той велоинфраструктуры в городе Бресте, которая будет удобно пользоваться и которую не придется менять через 5-10 лет. Активное использование горожанами велотранспорта, пешие маршруты, общественный транспорт как альтернатива личным автомобилям и озеленение города – все это поможет уменьшить статистику вредных выбросов в атмосферу. К слову, в этом году уже сделано немало. Высажено более 30 тысяч деревьев, что в 5 раз больше нормы прошлого года.